Всем привет! Хочу сегодня показать вам свою аскоценду Red Spot, которая наконец-то распускает свои 7 цветочков. Есть еще не раскрытые 2 бутона. Вот такой красивый и интересный человечек внутри у нас растет. Извините, что трясу камеру, просто на весу держу руку. Не очень удобно снимать. Я переставила растение на другое место, на то самое почетное место, где была предыдущая ванда. И здесь не очень удобно даже штатив устанавливать. В общем, ванда вот так растет у меня в системе с просушкой уже 3 года. Первое цветение в первый год было у нас в 2 цветоноса, но последующие, к сожалению, по 1 цветоносу. Я очень хочу добиться снова хотя бы в 2 цветоноса, чтобы она цвела. Она лишилась некоторого количества корней, когда ко мне поступила, потому как я не могла ее уместить в вазу. Она была очень большой, с длиннющими корнями больше метра, и я их, естественно, удалила. Также в первый год, можно сказать, она слегка потеряла тургор. Но на сегодняшний день, и, кстати, был такой еще один год, не очень удачный из-за жары, но на сегодняшний день она себя, в принципе, чувствует неплохо. Подкормки регулярные, это осень, зима, удобрение фосфорное по большей части, а уже весна-лето минеральные в равных показателях. НПК у меня 20-21-20 от Шульц есть, и также, как я уже говорила, фосфорное это 10-52-10, я брала также от Шульц. Растение у меня поливается с субботы на воскресенье, растет хорошо, чему я очень рада. Всем большое спасибо за просмотр, пишите свои комментарии. Пока-пока!